Накануне праздника Иоанна Предтечи в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра открылась православная выставка «Иоанн Креститель». Все подробности у Ольги Гавриловой. Чудотворные иконы православных монастырей и храмов, богословские книги, лечебный мед и чай. На традиционной выставке во Всероссийском выставочном центре всегда много посетителей. Вот она хоть и маленькая, хлебная икона. Значит, ей молились во время голода в блокаду Санкт-Петербурга. На выставке-ярмарке широко представлены церкви и монастыри России. Посетители могут заказать молебен в тех храмах, в которые они по тем или иным причинам прийти не могут. Кроме того, выставка дает прекрасную возможность общения и обмена опытом. А некоторые живут в Москве, и они не могут, допустим, доехать до города Пушкино, ну, в силу ряда обстоятельств, работы и так далее. Но зато они могут выкроить свободный час времени с работы, допустим, прийти сюда, пообщаться с нашим настоятелем, отцом Андреем, который их в свое время привлек в храм, который в свое время им смог объяснить, зачем ходить в храм, что там делают люди и почему это душеспасительно, и пообщаться с ним здесь. На выставке можно также приобрести постные продукты, что особенно актуально во время Великого Поста. Православная выставка «Иоанн Креститель» продлится до 12 марта.